Нихуя себе, сказал я себе. Вы знаете, что в этом доме воды не было в помине? Вообще нету воды. Ну, есть из-под крана, но такая мерзкая. Потому что помирать охота. И только я, значит, решила, все, нахуй, никакого вина, нужна вода. И вот здесь вот, оказалась бутылка. Она там стояла уже неделю. Я ее не видела. Пофигу. Главное, ребята, это восприятие. Вы можете... И вот она, материализация объектов, нахер. Вы думаете, материализация объектов, когда из воздуха? Нет, это когда вы начинаете видеть того, что не было. И таким образом в вашей комнате могут появиться... Хоть что может появиться. У меня так футбол. Похерила свой шур.